Ребят, всем привет! Разбираем очередную посылку от вас, которую прислали нам из города Москва. Москвы! Из города Москвы, хорошо. А с нами Михалыч. Из города Москвы. Вес посылки 3 килограмма, как написано в накладной. Написано название груза электротовары. Вот она и сама посылка. Твоя батарея? Моя. Заберите. И поставьте ее уши на подзарядку. Вот посылка, ребят. Трам-парам-парам, посылка. Трам-парам-парам. А как это отрезать? У вас ножовки по пластмассе нет случайно? Камни, ножницы, бумага. Раз, два, три. Это что у нас внутри? А ну, Михалыч, посмотри. А ну-ка, давай-ка, посылку открывай-ка. Пакетики, пакетики. Сделайте мне. Букетики. Байер. Квадратиш? Байер. Практиш? Ребята, вот этой фирмы никогда не отправляйте посылки. Есть старый, добрый DHL, им отправляйте. Он же DHL. Да, вот этим никогда. Эту посылку мы не могли получить с 9 декабря, сегодня 14 декабря, 5 дней не могли получить. Она ведь была с 5 декабря, ее никак не могли найти. Итак, что же у нас внутри? О, ноутбук что ли? Мне кажется, какой-то роутер. Нет? Раз. Что, iPhone что ли? Что, два iPhone что ли? Тебе шестой. Они одинаковые. Два iPhone. Письмецо в конверте. Погоди. Антон. Что написано Антон? Сихарулидзе. Что значит Антон? Все. Так, интересненько, ребята. Вот это уже интересненько. А стол захватывает? Ну что, ребята, пришла и мне пора появиться в кадре, потому что я смотрю, при дележке всех этих вещей нужно не остаться в стороне. Айфон, фотоаппарат, планшет, ноутбук. Два айфона, планшет. Ну, короче, давайте смотреть, что это такое. Открываем. Нет, давайте, короче, давайте так сделаем. Давайте сейчас прочитаем письмо. Дорогой Дмитрий, шучу. Написано, портативное зарядное устройство PowerPoint. PowerPoint. Хороший PowerPoint дороже денег, ребята. PowerPoint. Он же внешние, они же внешние аккумуляторы, они же портативные внешние аккумуляторы и так далее. Наш сайт www.powerpoint.ru. Мы являемся официальными дилерами на территории России, есть соответствующая бумажка. Вот это? Соответствующая бумажка, да. Соответствующая бумажка имеется, да. Что нужно отметить? Первое. Гарантия 1 год. Uh-huh. Второе. Оригинальные аккумуляторные батареи Samsung внутри всех устройств. Мы гарантируем заявленную емкость зарядных устройств. Если написано 6000 мА, значит столько и есть. Подавляющее большинство на рынке китайского говна, которое стоит 2-3 раза дешевле, врут. И вместо 6000 ампер, да, миллиампер, дай бог, там будет 2-3 миллиампер. Это, ну, 2-3 тысячи миллиампер. Современные системы защиты от короткого замыкания, от перезаряда, от разряда. Также устройство автоматически подбирает напряжение и силу тока в зависимости от того, что вы в него воткнули, что вы заряжаете. Модель 12C заряжает большинство ноутбуков. Может быть источником питания для проекторов во время презентации. То есть люди не привязаны к розетке, а могут работать в любом месте. Помимо ноутбуков, она может заряжать одновременно еще два мобильных устройства. Ну что, ребята, мы не хотели вам показывать, мы хотели показать это позже, но придется вам показать наш новый ноутбук. Михалыч, носите. Итак, ребятушки, ноутбук Acer, который мы с собой берем в Москву и который будет работать вот от этой батарейки. А его на самолет не хватит, лететь 5,5 часов, ноутбука хватит максимум на часа на 2. Ты можешь сидеть в самолете, можешь сидеть в какой-нибудь кафе, монтировать. Acer, Acer, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Та-дам! Короче, ребята, Acer iCore 5, карта GeForce 840, 6 гигов оперативки, 1 терабайт памяти. О, нифига себе. Слушай, подарочный такой. Это какой-то рыбацкий набор, ребят. Короче, тут написано, что 6 часов плюс
лэптоп, for лэптоп, я не знаю, что такое лэптоп, 150 часов for cell phone, ну, видимо, телефон, 9000 часов digital камера, 700 плюс часов game machine. Во! Ребята, плитка шоколада. Ну, здесь их много насадок. Вот я подобрал, который подходит к ноутбуку. Вот она как раз входит. Одеваю ее сюда. После обеда вот это клюет? Да, после обеда это клюет. Сюда. Это вот, ну, уже. О. Заработало, ребята. 76%. Вот батарея, да? Вот это, PowerPoint сам. Ноутбук. Ноутбук работает, заряжается. Зарядка идет. И телефон Михалыча. Телефон Михалыч тоже можете видеть, что зарядка идет. Зарядное устройство PowerPoint универсальный, работают со всеми современными 5-вольтовыми устройствами. Заряжает фотоаппараты, MP3 плееры, Sony PSP, это PlayStation, да? Ну да, да, да. Планшеты, смартфоны, телефоны, автономные колонки, ноутбуки, нетбуки, всякие приблуды для рыбаков, охотников и туристов. Ну, конечно, на рыбалку, ребят, поехали на целый день. Или там с ночевкой. Там ни розеток, ничего нет. Ну вот, вообще великолепнейшая вещь. А в Инстаграм надо фотку запилить. А вот да, приехали на рыбалку, мужичок какой-нибудь, дедок приехал на рыбалку, а надо фотку в Инстаграм запилить. Не, ну реально, ну это вот это здорово, это так вот, для, мне кажется, для дизайнеров, знаешь, для каких-нибудь. Ну это для тех, вот, кто презентации устраивает на свежем воздухе. Да, либо такого, да, что этот, подсоединить этот проектор, да. Нет, ну либо для дизайнера, поехал там дизайнер какой-нибудь, тоже на природу выехал, чтобы в офисе не сидеть, и вот ему нужно там рисовать в компьютере, он взял ноутбук, сел, это подключил батарею. Насколько, да. Насколько еще хватит, непонятно. Но мы проверим все это в пути. В поездке, да, в пути все проверим. Стильный, удобный, красивый, надежный, привлекательный дизайн. Ну, здесь спору нет. Да. Особенно где Михалыч. Малюточка, да? Где твоя? Да. Особенно, смотрите. Ну, ладно, это здесь понятно, а тут рожица. Какая-то нейтральная. Да. Широкий ассортиментный ряд от 1600 микроампер или миллиампер до 36 тысяч и более 8 разных расцветок. Недостатков, как таковых, если честно, нет. Пишут нам ребята. Можно отнести к недостаткам цену выше средней. То есть это дорогой сегмент, дорогой. Но это не недостаток, по сути, просто качество стоит денег. Недостатки, недостатки, а я маленький такой. Батареи Samsung внутри стоят. В упаковке только один кабель, так как производитель рекомендует использовать только оригинальные кабели, которые шли с вашим телефоном, смартфоном, планшетом и так далее. Ну что же, спасибо вам за подарочки, за такие. Я так понимаю, это же у нас остается, да? Естественно. Сейчас мы, короче, их дома все подключим, заряжать. Ну все, поездки полностью протестируем, вам все расскажем, ребят. В принципе, что, все. Сейчас будем ноутбуком заниматься. Sony Vegas устанавливать. Да, Sony Vegas устанавливать, чтобы монтировать видосы. Ребята. Штучки! Штучки, дрючки. В общем, ребята, ссылка на сайт в описании к видео. Заходите, смотрите. Кто-то, может, захочет купить. Ну, реально, хорошая штука. Спасибо, кстати, вам за подарок, ребят. Не, ну, во-первых, хороший, во-вторых, стоящий. Вообще стоящий. Все, ребятушки, мы в Москву. Все, ребята, давайте, в Москве увидимся.